Всем привет! Сегодня у нас 17 марта 2016 года, четверг. Должен был быть чистым четвергом, но нет, ребята, этот четверг не будет чистым никогда. Сегодня новость пришла, жуткая, с новостных лент интернета. 18-летний брат заказал убийство своей 13-летней сестры ради 3 квартир в Москве. Представляете? Жесть какая-то. Он заранее в одной из социальных сетей договорился с 17-летним убийцей о том, что этот малолетний подонок убьет родителей и сестру. Взамен 18-летний заказчик пообещал одну из 3 квартир, принадлежащих семье юноши. Исполнителя и заказчика удалось задержать по горячим следам в течение 2 часов. Как выяснилось, 17-летний убийца вчера в среду вечером должен был убить родителей 18-летнего юноши. Но в квартиру первой пришла сестра молодого человека. Убийца хладнокровно нанес ей колото-резанные раны в области шеи, от чего она и скончалась. Убитого ребенка обнаружил отец и был в шоке. Этим двум ублюдкам грозит от 20 лет заключения до пожизненного. Горите в аду, выродки. Это была главная новость дня сегодняшнего, которая мне запомнилась. На этом все. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.